Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Меня зовут Заяна, это канал о вязании Заяру. Сегодня у нас вторник, 12, насколько я помню, апреля 22 года. И у нас продолжается рандомная неделя апреля с Натальей Осецкой. Светлана нам дала задание, сейчас я вам вставлю кусочек видео, и вы увидите, какие кубики выпали, и услышите, какое задание или какой вопрос она нам задает. Доброе утро! Сегодня вторник, второй день рандомной недели, и мой вопрос звучит так. Сейчас большинство блогеров переходят с YouTube на какие-нибудь другие площадки. И мне хотелось бы узнать у участников, на какие площадки перешли они, и что они могут сказать о новых платформах, какие у них впечатления, как вы можете их сравнить друг с другом и ваше мнение об этих площадках. Спасибо за ваши ответы, и мне осталось бросить кубик. А кубик мне помогут бросить вот такие ушастые друзья. Кубик у меня только один, поэтому я буду бросать его два раза. Потрясем немного. Номер 3. Так. И еще раз хорошенько потрясем. И опять выпал номер 1. На этом у меня все. Желаю удачного вязания. У нас выпал кубик номер 3 и номер 1. Покажу вам эти процессы. Ну, под номером 1 у меня носочки ленивым жаккардом вяжутся. Вот мы с вами вчера ставили маркерочки. Вот, мне нужно продвинуть этот носочек. Вяжется из пряжи Ализе Суперлана Классик в 100 граммах, 280 метров, 25% шерсть и 75% акрил. Вот у меня в работе два моточка. Вяжу я спицами металлическими круговыми номер 3. И процесс номер 3, это тоже носочки, вяжутся обычным жаккардом. У меня сегодня носочный день. А вот мы с вами тоже поставили маркерочки, и вяжется у меня из остатков пряжи такой носочек. Вот я сегодня, наверное, займусь либо этим носочком, либо тем. Сразу два продвигать, скорее всего, не буду. Вязала я спицами номер 3,5, но, наверное, все-таки попробую провязать спицами номер 4 или 4,5. Посмотрю на плотность. И хочу ответить на вопрос, на какой площадке я размещаю свое видео. Изначально я зарегистрировалась на площадке, на платформе YouTube. В сентябре месяце у меня открыт канал. И в декабре месяце, да, 13 декабря, так, между делом, решила попробовать, что такое площадка Дзен и как она работает. Я, конечно, зарегистрировалась, несколько видео я кинула туда. Просмотры были хорошие, подписчики стали появляться, но потом сразу вести два канала для меня стало очень сложно. Я в основном размещала видео на YouTube, а Дзен так вот дополнительно. Когда пошел наплыв очень большой всех блогеров, которые стали переходить на площадку Яндекс.Дзен, следовательно, и просмотры упали, и подписчики перестали добавляться. И одновременно смотреть всех одновременно на двух площадках очень сложно, так как это занимает колоссальное время, и, следовательно, либо нужно смотреть, либо вязать. Я, конечно, изначально смотрю все видео тех участниц, с которыми мы стартуем в каких-либо совместных проектах на YouTube, а потом уже, если есть время, то я смотрю на Дзене. Вот так вот я отвечу на свой вопрос. И попозже, скорее всего, если успею, подключусь, покажу свои продвижения, сколько я смогла провязать за сегодняшний день. До следующего подключения. Второе подключение. Продвигала я носочек, вязала пяточку. То есть у меня 54 петли разделить на 20, 27 петель. 27 петель я вязала вверх, а
а затем делила на 3 части, то есть у меня получается по 9 петель на пяточку, то есть 9 петель с одной стороны, 9 петель посередине и 9 петель с другой стороны. Здесь я вязала, вот смотрите внимательно очень, здесь ленивый жаккард, то есть мы каждую ниточку провязываем 2 ряда, туда белым цветом, обратно белым цветом и черный цвет точно так же. И вот посмотрите, как некрасиво ложатся петельки. Мне это очень не нравится, когда я внизу вязала резиночку, точно так же мне это дело не понравилось, я распустила. А вот здесь я не смогла так вязать. Скорее всего, надо вязать обычным жаккардом, использовать сразу 2 нити и провязывать. Вот это мне не нравится. Вот видите, как получается. Может, кому-то и нравится, а мне не нравится. Я опять буду это распускать. И я продвигаю, скажу вам по секрету, свою кофточку с круглой кокеткой. Каждый день пытаюсь ее завершить. Хочу уже носить, у нас очень тепло, но сегодня похолодало. Плюс 10, а позавчера вообще было плюс 25. И все ходили уже в маечках. Так что до следующего видео. На сегодня все, мои хорошие. Пока-пока. Увидимся в среду.